знакомит иностранцев с татарской музыкой. Блогер Раиль Арсланов каждый день устраивает татарские концерты для зрителей по всему миру. В программе баян, гитара, губная гармошка и народные мотивы. Как звучит все это вместе в репортаже. Арсланов завел блог 12 лет назад, как только в доме появился интернет. Парень хотел поделиться своим музыкальным талантом и продвинуть татарскую культуру в массы. Не боялся экспериментов, совмещал разные музыкальные инструменты. Зрители оценили виртуозную игру на баяне, гитаре и губной гармошке. Все это он мастерски совмещает с битбоксом. Поставил себе очень интересную задачу, эксперимент длиною в 10 лет. В прямом эфире, так сказать, показывать свой прогресс игры на гитаре, на баяне и на других инструментах. Сейчас блог Арсланова насчитывает 2 миллиона подписчиков. За это время творчество музыканта вышло за рамки одной страны. Парень делится творчеством и с иностранной аудиторией. В репертуаре известные русские и татарские песни. Разрушение предрассудков – одна из целей музыканта. Ей он посвятил отдельную рубрику «Что думают иностранцы о России». Блогер общается с ними в чат-рулетке, сайте с анонимной видеосвязью. Yes, listen. Сколько лет прошло, все о том же, гудят провода, все того ждут самолеты. Очень много предрассудков за границей. Люди думают, что Россия, она такая, какая была все эти множество лет назад. Но здесь есть множество национальностей, народов, различная музыка. И я все это показываю. Особенно татарскую и русскую музыку. На вопрос о планах музыкант скромно отвечает. Дойти до 10 миллионов подписчиков. Но не это главная цель. Задача максимум – сделать татарскую музыку узнаваемой во всем мире. И самому расти профессионально. Хочется вырасти. Это интересно развиваться, каждый раз ставить планку выше и выше, открывать что-то новое, удивлять свою публику. Подписчики растут, им нужно всегда что-то интересное преподносить. И я вместе с ними параллельно развиваюсь. Раиль уже преуспел как музыкант, исполняющий чужие песни. Теперь в планах покорить новые высоты. Сегодня Раиль Арсланов пишет песни, снимает клипы, делая уверенные шаги на пути к авторскому творчеству. Ралина Абрамова, Нурфасхиев, Тагир Хасанов, Вести, Татарстан. Таковы главные новости к этому часу. Итоги дня сегодня.